Хайырлы ерте, хөрмәтле яңаулылар. Сезне Яңаул жерле студиясы хезмәткәрләре тәбриклей. Бүгенге ерте без һәм алдагы ертеләребездә хайырлы булыр дип ышанабыз. Чөнки 20 гыйнвар көнне мусульманнарның изге Рамазан айы башланды. Инде бу айда эшләнәчәк барлык эшләребез дә безнең изге булыр дип ышанып калабыз. Доброе утро, уважаемые телезрители! Вас, наверное, удивила та обстановка, в которой мы начинаем сегодняшнюю передачу. Дело в том, что наша студия телевидения переехала в новое здание. Теперь мы находимся по адресу улица Победы, дом 60, квартира 27. А наш номер телефона остается прежним 2-14-96. Сегодня мы вашему вниманию предложим вести с предприятия города с учреждения дополнительного обучения городского отдела народного образования, правоохранительных органов и видеосюжет, посвященный священному месяцу Рамазан. А тема нашей первой передачи о том, как закончил трудовой год коллектив Янаульского завода строительных материалов. Янаульский завод строительных материалов – почти ровесник района. В следующем году ему исполнится 65 лет. Много в его истории было и хорошего, и славного. Но сегодня, к сожалению, завод переживает не лучшие свои дни. С выяснением причин нынешнего такого положения мы и начали разговор с директором завода Григорием Андарьяновичем Мещеряковым. С 93 года принятое постановление Совета министров по укреплению базы стройиндустрии, я и многие руководители республики прекрасно понимали, что в тот период была острая нужда в строительном материале. Это мы прекрасно видели и понимали в районе то же самое, что кирпича не хватает, строительство идет. Простое большинство строек стояли из-за кирпича. Тогда постановлением Совета министров республики были обязаны многие руководители, большие руководители, в том числе и Башнефть, о строительстве собственных кирпичных заводов. И вот эти вот 93-й год, 92-й, 92-й, 93-й, 94-й годы нефтяники быстро сориентировались на этой почве и построили вот вокруг Янаульского района три даже крупнейших завода. И вот в 95-м году на самом деле мы почувствовали, что такое конкуренция и что такое сбыт кирпича. Вы были к ней готовы, к этой конкуренции? Практически нет. Практически нет. Мы все же в той эйфории все же находились, кирпич брали и просто не готовились. И самое главное, что когда опустили заводы нефтяники заводы, они, во-первых, сделали, может быть, ну, правильно руководители решили, собственно, они не стали ставить цену кирпичу и самую минимальную цену поставили для оснащения собственных нужд в кирпиче. То есть за пределы своих нужд нефтяников они не давали кирпич, а собственный кирпич продавали в 3-4 раза дешевле, чем был сложившаяся цена по себестоимости Янаульского завода строительных материалов. И вот весь 95-й год мы имели все проблемы, как сбыть кирпич. Получается, что нефтяники были ваши основные заказчики? Когда их не стало у вас, и никто не стал покупать кирпичи? Ну, это бы не сказал, что основные. Ну, нефтяники процентов 30 продукции брали. Но в том числе ведь и весь строительный комплекс работает на нефтяников. А когда строительный комплекс работает, который брал у него, вот возьмем 3 СБНПС, если в 93-м году он брал почти что около 12 миллионов штук кирпича, то в 95-м он только взял всего 3,5 миллиона штук кирпича. Вот какое в 4 раза резкое снижение, даже вот строитель, основной подрядчик у меня, заказчик, это 3 СБНПС, и в том числе подразделения СУ-7 Минульские, и они даже такой кирпич не взяли. А взяли, строили, взяли большинство кирпича, может быть, я не знаю, но я так считаю, что наравне с свертыванием строительство, конечно, идет, но все же кирпич взяли на стороне. Почему так получилось? Потому что на стороне кирпич дешевле или качественнее? Я еще раз объясняю, что не, да, эти новые заводы, которые Калтасинский, Орландский, новые заводы нефтяников, во-первых, они были намного дешевле, эта продукция ихняя, и качественнее.
Я признаю это, как бы не было для меня тяжело, но я признаю, это было качественно, потому что новые заводы, новое оборудование, новые технологии выпускали прекрасный кирпич. И выпускают сегодня же. Но все же, как бы не было трудно, как бы не было тяжело, мы сохранили коллектив 95-го года. И я не буду сегодня говорить о цифровом выражении, как мы закончили. Плохо закончили. Ну, плакаться, я считаю, что здесь не стоит. Самое главное, 95-й год мы сохранили коллектив. Сегодня это показывает то, что нефтяники вот буквально с ноября месяца подняли стоимость кирпича в том же, что и Нольский завод. Ну, чуть-чуть поменьше, может быть. Да и мы тоже прекрасно в 95-м году понимали, и, начиная вот с 94-го года, что не будет качественного кирпича, не будут продукцию брать. И мы здесь некоторую часть реорганизации в свое производство сделали уже. И надеемся, что 96-й год все же продукция наша будет конкурировать на уровне с этих нефтяников. И все же потребители будут брать наш кирпич. Да я даже связываю это большие вопросы. Если связано только Янаульского завода потребности города Нефтекамска, то самое-то главное в том, что мы выпускаем полнотелый кирпич, а не облицовочный. А без полнотелого кирпича Янаульского многие стройки существовать могут и не быть. Я так понимаю, что для того, чтобы поднять качество выпускаемой продукции, нужны какие-то вложения. Вот ваши надежды о том, что вы сможете вот поднять качество и что будут вложения, они обоснованы как-то? То есть реальные на это какие-то шансы, что вот будут вложения? Во-первых, прекрасно были печатаны в газете нашей районы, республиканской, что я хотел бы заострить внимание, что проблемы завода беспокоят не только руководство завода, это большие проблемы беспокоят и руководство района. Назир Загидович, большую, наверное, и неоценимую помощь для завода воздела, когда лично сам возглавил вот это письмо с просьбой товарищу Рахимову, что же сделать с заводом, с коллективом завода, и успешно подписал, что нужно закончить реконструкцию завода, чтобы иметь завод здесь, в этом регионе. Я считаю, что 96-й год будет все же точка отчета, когда завод строительных материалов при получении, да, этих, конечно, денежных средств, будет самым процветающим предприятием с теми заводами нефтяников. То есть сегодня опускать руки и говорить, что все уже кончено, еще рано? Нет, да и в любом случае завод настроен так, что даже и не будет денег. Мы какие-то работы прорабатываем и видим, что выход из этого только один. Надеяться на никого не надо, надо свои собственные проблемы решать собственными силами, на что мы есть. Но если даже не будет денег, та, конечно, стройка, которая заморожена уже второй год, она будет стоять. Те производства, которые мы сегодня работаем, на тех производствах, которым уже 30 и более лет, и с ним говорить о каком-то повышении большого качества, и бесполезно говорить, но мы предприняли ряд проблем, и это у нас показало 95-й год, мы в летний период прекрасно выпускаем кирпич. Но нас это мучает осень, зима и весна. Вот этот период, когда на качество очень влияют вот эти климатические условия. Из выходов создавшегося положения я вижу вот такой выход. Завод строительных материалов, производитель продукции обкладывается очень непосильными налогами. Где ни коллектив, никто, ни производитель не заинтересован в увеличении выпуска продукции. А и сама собой цена здесь, все же цена кусается за 1000 кирпича. И сегодня 615 тысяч по стоимости за 1000 кирпича. Не каждый гражданин может взять такой кирпич. Вот одним из выходов, я считаю, может быть, и выхожу с предложением, может быть, рассмотреть вопрос, чтобы сохранить завод строительных материалов именно в Янауле, как-то сохранить коллектив, может быть, рассмотреть вопрос об освобождении части налогов завод строительных материалов, вот местных налогов. А данную сумму денег, которая, и можно сказать, она и круглая сумма, это денег, обсчитывается многими десятков миллионов, ее пустить на разницу в стоимости
продукции. А тем самым, если будет удешевление кирпича, вот за счет этих даже налогов уменьшения, все равно весь кирпич останется в Янауле и Янаульском районе. Значит, те наши жители города и района получат более кирпич по сниженным ценам. 95-й. И у нас такой опыт есть, когда все же удешевлялся кирпич за счет бюджета, и этот же кирпич все равно уже оставался у нас в районе и в городе. Результат был положительный. Просто большой. И многие все были довольны. Весь кирпич это ушел для частников. И этот кирпич, откровенно говоря, райпалм планировал, кому отдать подешевле, тем же, кто попадал вот, в пожарах, ну, всех этих вот трудных положениях, кто находился, они платили почти за полцены кирпич и получали. Это самый большой, я говорю, считаю, выход. Я считаю, что если из-за 200-300 миллионов кирпича по году и районный бюджет может найти эти деньги. Будет время. И сегодня, вот при той ситуации падения и стабилизации, можем быть сегодня минимальной уже стабилизации, строительный завод, он будет нужен всем кирпич. Будет этот бум, и самое-то главное, поэтому надо завод сохранить. Вот поэтому. От текущего года состоится очередная сессия Янаульского городского совета по вопросам социальной профилактики. Мы начинаем цикл передач, посвященных этой теме. В ушедшем 1995 году наша студия постаралась ввести в систему периодическое освещение деятельности различных служб городдела милиции. В наступившем году мы продолжили эту традицию. В этом сюжете мы расскажем вам, уважаемые телезрители, о рядовом дне, об обычном дежурстве работников патрульно-постовой службы. И наше внимание к ним было не случайным. Во-первых, именно милиционеры, работающие в этой службе, ежедневно, еженочно общаются с янаульцами, работают, как говорят, на горячей линии. И именно по ним народ судит о работе милиции в целом и, естественно, о моральном облике милиционера также. Во-вторых, в недалеком будущем состоится очередная сессия городского совета, на котором будут рассматриваться вопросы борьбы с пьянством. Поэтому нам показалось естественным начать цикл передач, посвященный этой весьма злободневной теме, с работы правоохранительных организаций в этом направлении. Перед тем, как выйти на патрулирование, сотрудники патрульно-постовой службы и рабочего отряда милиции проходят инструктаж, который в день съемок проводил Виталий Искандарович Алексеев, замначальника городского милиции. После инструктажа, на основании информации дежурной части ГОВД, начинается рейд. Как показал рейд, и это подтверждается накопленным опытом работы патрульно-постовой службы и участковых, вызовы по семейным скандалам, пожалуй, наиболее неблагодарные занятия в их работе. А неблагодарное оно потому, что очень трудно найти первопричину семейного скандала и, следовательно, истинного виновника. Хотя, как показывает многовековой опыт человечества, семья в конечном итоге всегда разваливается усилиями обеих супругов. Разница лишь в субъективной оценке побудительных мотивов и собственной правоты. Ну а за безответственность или недомыслие двоих всегда отвечает третий. В нашем случае это милиционер, так как ему кого-то из этих двоих надо уводить с собой. Как правило, это мужа. И это происходит потому, что большая часть мужиков разлад в семейных отношениях пытается восполнить укреплением отношений с продукцией виноводочных заводов. А автоматически это его подводит под удар статьи закона, ужесточаемой при наличии рукоприкладства со стороны мужа при семейных разбирательствах. Таким образом, редкий семейный скандал обходится без, скажем так, соучастия его величества зеленого змея. И как показывает практика, одних усилий милиции в профилактике этого явления явно недостаточно. О наших же соображениях мы скажем чуть попозже. Как правило, после знакомства с сотрудниками милиции, пьяный дебошир оказывается в медвотрезвителе.
15 по 21 января в Янаульском медвотрезвителе побывало 49 человек, из них 19 неработающие, 7 человек иногородние и 2 пенсионеры. За этот же период прошлого 95 года в отрезвителе города Янаула побывало 46 человек, то есть в этом году за этот период побывало на 3 человека больше, но это лишь сухие цифры, а за ними стоят горе, слезы, изломанные судьбы. Однако наш совместный рейд продолжался, и от адресных посещений семейных скандалистов сотрудники патрульно-постовой службы заняли собственное патрулирование улиц южной и северной части нашего города. Сидя в теплом УАЗике, всматриваясь в лица прохожих и размышляя о проблеме пьянства, я пришел к следующим выводам. Пьянство – это системное зло, и серьезно говорить о борьбе с ним можно лишь предварительно, тщательно изучив различные субъективные и объективные причины этого явления, которые, увы, не всегда лежат на поверхности. Чтобы победить врага, надо его сначала понять. Это во-первых. Во-вторых, как показывает практика и более развитых государств, трезвость, трезвый образ жизни или, скажем так, разумное употребление алкоголя должно стать для людей экономически выгодным, если хотите, даже модным делом. Это касается и системы мер на производстве, и при социальном обеспечении. И в-третьих, проанализировав всю доступную медицинскую, психологическую, экономическую информацию, информацию правоохранительных органов о причинах и последствиях пьянства, разработать долголетнюю программу «Нет ни борьбы с пьянством», а постепенного и, главное, бескомпромиссного вытеснения пьянства по этому уровню. Особое внимание в этой программе надо обратить на работу с детьми, подростками и молодежью, чтобы вот такие, как этот молодой человек, недавно пришедший из армии, наши янаульцы не начинали свою трудовую карьеру с увольнения на работе. И вот наш совместный рейд подходит к концу. Еще допоздна будут светиться окна в новом здании городела милиции. Мы с вами будем видеть уже седьмой сон, а дежурной части ГОВД будет бодрствовать до утра. И так каждый день. Каждые сутки такова служба. Мы часто жалуемся на нехватку времени, а наши дети находят уйму времени для занятий танцем, музыкой, живописью и многими другими видами искусства и спорта, и помогает им в этом учреждение дополнительного обучения, как дом пионеров и школьников. Последние 5-6 лет у нас сменились многие вывески. Школы стали лицеями, училища – колледжами, дома пионеров – центрами детского творчества. Янаульский дом пионеров оставил старое название, потому что главное не в том, как называться, а в том, как работать. Наш собеседник – директор Дома пионеров и школьников города Янаула Эльвина Рафисовна Карамова. В этом учебном году работает 72 кружка. Сколько, если я не ослышала, 72? 72 кружка. Из них, значит, 40 кружков занимаются в Доме пионеров и в школах города, а 32 кружка в филиалах. Значит, в сельских школах тоже имеются наши кружки. 40 кружков при Доме пионеров работает, да? Это же, по-моему, слишком много. 40 кружков, потому что у нас, значит, освобожденные руководители танцевального кружка. Мы их объединили в хореографический коллектив «Ровесник». 6 групп, значит, 6 кружков читается.
кружок шитья и кройки, 5 групп. Целый день, значит, дети занимаются. Дальше кружок рисования, 3 группы. Макраме, мягкая игрушка, по несколько групп. Азы вязания, вязание. Потом фотокружок, 1 группа работает. Ну, таким вот образом собираются. Вообще много детей к вам приходит, в общем? По списочному составу, значит, 880 детей. Ну, в день, когда пропускаем 100 детей, когда-то намного меньше бывает. Это каждый день так получается, или это приблизительно только цифры? Эти цифры приблизительно. Кроме кружков у нас еще различные развлекательные мероприятия проводим мы. Вот эти же дети кружковцы, они привозят своих подружек, родственников, с родителями бывают. Вот эти вот кружки вы перечислили, кружок вязания, макраме. Это вот, насколько я знаю, такие традиционные уже. Даже когда я была еще маленькой, ходила в Дом пионеров, те же самые кружки существовали. Но сейчас же времена изменились. Если вот, мне кажется, девчонок еще можно привлечь вязанием, макраме, то мальчишкам как-то вот уже что-то новенькое хочется. Сейчас, сами знаете, техника какая, компьютеры, видики. Вот как у вас дело с этим обстоит? То есть есть возможности, чтобы открыть какие-то новые интересные кружки для них? Действительно, в сентябре месяце, когда мы приглашаем детей в наши кружки, приходят мальчики, ребята, спрашивают, какие кружки. Ну, по нашей линии мы им можем предложить либо туристические 2-3 группы, несколько, значит, детей, фотокружок, рисование. А просят они, значит, игры на гитарах, нет у нас специалиста, база так-то есть. Технические кружки просят, но в основном у нас упирается на кадрах, кадровый вопрос. То есть база есть, кадров нет? База для начала есть, потому что нас очень хорошо поддерживает районный отдел народного образования, когда бы мы на приобретение оборудования, технических средств просили бы финансы, они нам по мере возможности стараются выделять. Почему специалисты к вам не приходят? Ну, здесь, знаете, свои большие минусы, так скажем. Ну, во-первых, нужно любить ребенка. Во-вторых, у человека должны быть руки золотые. Ребенок много вопросов задает, много спрашивает. И таких же людей немало, почему они к вам не приходят? Потом рабочее время некоторых не устраивает. Нам хочется, чтобы эти кружки выходные, праздничные дни бы работали. Ну, потом финансовая сторона сейчас. Вы таким людям не можете предложить высокую оплату? Да, такую высокую оплату, как в промышленности, у нас... И площади, которые есть у Дома пионеров, они вообще для вашей работы вам хватает? Нет, не хватает. Мы занимаемся в тесноте. Не обещали вам новое здание построить? В ближайшем будущем такого не намечается? В ближайшем будущем не намечается. Года 3 назад вопрос поднимался, нам пошли навстречу. Мы проектно-сметную документацию все составили, подготовили. Но сейчас нет средств для строительства. И место подобрали было уже. Небольшие площади помещений создают неудобства для занятий хореографической группы. Но несмотря на тесноту и не очень богатый гардероб артистических костюмов, дети сюда ходят с удовольствием. Ты выступала? Я в садике выступала. Перед маленькими ребятишками. И как тебе нравится выступать? Да. Какие танцы танцевала? Акробатический. Там стрекоза и муравей. Вы все же хорошо танцуете, можно сказать, да? Угу. Прямо очень хорошо. Очень. А ты еще никогда не выступала? Выступала. Где ты выступала? Ну, в РДК. А какой танец ты танцевала? Не помню. Помнишь. Ты, наверное, волновалась и забыла, да? А там много народу было? Да, очень. Ты не волновалась, не боялась? Mm-mm. Не страшно было?
Нет, потому что я с 3 лет тоже занимаюсь. Танцами с 3 лет? Да. А тебе сейчас сколько получается? 8. Ты уже, получается, 5 лет занимаешься, да? Ты уже профессиональный танцор, можно сказать. Ты уже ходишь сюда? Давно. Сколько лет? Не знаю. Не помнишь? С 8 лет. А сейчас тебе сколько? 9. Значит, год получается. Да. А вот смотри, ты тут один из мальчиков. У вас кто-нибудь еще из мальчиков приходит или только ты? Приходят. Они просто сегодня не пришли? Да. А тебе нравится здесь заниматься? Нравится. А не трудно, кругом девчонки, и ты один? Они тебя не обижают? А у тебя лучше получается, чем у них, или хуже? Не знаю. Не знаешь, ты никогда не спрашивал, не смотрел, не думал? Ну как ты вот сам считаешь, честно? Лучше ты танцуешь, чем они? Не лучше? Хуже? У них лучше получается? Ну. А ты уже выступал где-нибудь? Выступал. Где? В школе. Ну и как, понравилось тебе выступать? Понравилось. Не страшно было? А твои друзья, которые смотрели, как ты выступал? Смотрели. Ну и что они сказали, им понравилось? Понравилось. Ты, значит, не собираешься бросать этот кружок больше и дальше сюда? Угу. Именно. Еще один из наиболее посещаемых кружков – кружок шитья. Дело это нелегкое, но интересное, а главное – очень нужное и полезное для будущих хозяек. Именно этот кружок швейный. Я хочу научиться шить. Мне нравится этот кружок здесь. Тебе сколько лет? Мне 11 лет. Тебе не тяжело шить? Это же все-таки тяжело, такое трудное дело – шить. Нет. Это. Мне помогает Альбина Маликовна. У тебя получается? Да. Ты только в этот кружок здесь ходишь? Я еще хожу на кружок шейпинг. То есть сразу 2 кружка здесь посещаешь? Да. А как ты успеваешь? Ну, у меня так получается. А ты давно в Дом пионеров уже приходишь? Нет, я в этом году только записалась. А раньше ты сюда не ходила? Нет. Почему, не знала, что есть кружки? Нет, я ходила на другие кружки в школу. Нравится тебе здесь? Да. Здесь я хочу, чтобы здесь сделали большой актовый зал для мероприятия. То есть у вас тут актового зала своего нет? Маленький только у нас. Большое, светлое, уютное здание, в котором мог бы разместиться Центр детского творчества, пока остается голубой мечтой. А они, голубые мечты, увы, скоро не исполняются и не сбываются. На мой взгляд, самое главное – не опускать руки, не сидеть и ждать, когда, наконец, построят этот центр. И со мной согласны работники Дома пионеров. Девчонкам и мальчишкам нужны эти кружки, секции сегодня. И пусть они пока проводятся не совсем приспособленных помещениях, самое главное, что они есть. И ребята сюда с удовольствием ходят. Это вот обычно 20 январь кыны мусульманнарның изге Рамазан ойы башланды. Мин сізге Башкортостан мусульманнарының диния назараты рейсі Нурмахамед Нигматулланың мұражағатын ұқып ұзам. 20 январда Куяш Баю білән Рамазан шариф башлана. Аллаһы Тәгаллә тарафыннан бойда кешеләргә кулланма итеп, туры хидаят юлын аңлату һәм хакыйкат белән ялганны ачыктан-ачык аеру өчен Коръан Кәрим индерелде. Сездән һәркем Рамазан аена ирешсә, ураза тотсын дип буйырды ул. Шуңа күрә дә ошбу Рамазан шәриф ае башка айлар арасында иң хөрмәтле, иң бөек мизгелдер. Рамазан шәриф ае башка айлар дөньясына якты нур бирки. Илахи канун кагадаларны ишенә ала. Хәм шулай ук ошбу мөбарәк айда ислам нигезләренең һәм 5 төрәкнең берсе булган ураза гыйбадәте Мөхәммәд Гали сәлам өмәтенә фарыз ителде. Ураза гыйбадәте башка гыйбадәтләрдән саваплырак булу белән аерылып тора. Кемдә кем Рамазан аенда җәмәгать намазына даимчылык кылса, мәчеткә намаз уку өчен күңел биреп йөрсә, Аллаһы Тәгалә ул кешегә кыямәт көнендә җәннәттә үзенең нигъмәтләре белән тулы шәһәрләр насип итәр. Рамазан аенның файзылатларын санап кына бетерлек түгел. Ул һәрбер иманлы кешенең изгелек һәм игелектә үзара ярышып, узышып гыйбадәт кыла торган вакыты. Рамазан аенда мөселман бәндә айлык тәрбия мәдрәсәсенә кергән кебек үзенең әхлагын, тәрбиясен, йөрүш-торышын яктырта. Аларны күркәм итә. Аллаһы Тәгалә һәрберебезгә бу мөбарәк көннәрдә үзебезнең дөньябыз өчен дә һәм мәңгел ахирәтебез өчен дә күбрәк саваплы эшләр эшләргә, үзара күркәм мөнәсәбәттә булып, татулык һәм тынычлыкта Аллаһ биргән гомерне пәйгамбәребезнең хак өмәте булып яшәргә насыйп итсен.
Хөрмәтле мөселманнар, Башкортстан мөселманнары диния нәзәрәте һәм аны әгъзалары булган ислам җәмгыятьләре исеменнән һәммәгезне күркәм Рамазан Шәриф белән тәбрик итәм. Нур Мөхәммәт Нигъмәтулла, Башкортстан мөселманнарының диния нәзәрәте рәисе. صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره غنبر بز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم اتكام إيمان بز شنابس الله تعالى فرشتلر بغنبرلر كتابلر Ахират көнінә, тәкдиргә, яманлы камякшылык Аллаһ Тәгалә тарафыннан бар ителеүенә, үлгәннән соң тирә Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям, буния ислам аля хамсин шаһадатин ла илаһа илляллаһ ва анна мухаммадан расулуллаһ ва икамис салати ва итаиз закати ва хаджил байт ва саумир рамазан. Әйтте пәйгамбәрбез, ислам дине 5 нәмәсенә бина кылынмыштыр. Беренчесе Аллаһтан башка илаһ булмавына һәм Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Пәйгамбәр булуына шәһадәт итмәк, намаз укымак, закат бирмәк, хаҗ кылмак, һәм Рамазан аенда ураза тотмак. Хөрмәтле дуслар, шушының белән безнең тапшыруларыбыз тамам. Киләсе очрашуга чаклы сау булыгыз. Уважаемые телезрители, на этом мы с вами прощаемся. До следующей встречи. Салам алейкум.